Казанский федеральный университет ведет активное сотрудничество с Московской школой управления Сколково. К нам с официальными визитами и для проведения лекций приезжают сколковские преподаватели и представители руководства. На этот раз нашу альма-матер посетил профессор Московской школы управления Андрей Волков. С 2006 по 2013 год Андрей Волков был ректором Сколково. Сейчас является заместителем председателя совета проекта 5100, имеет ученую степень доктор технических наук. В КФУ Волков посетил Институт фундаментальной медицины и биологии. Экскурсию для него провел директор института Андрей Павлович Киясов. Гость осмотрел научно-исследовательские лаборатории, биомедицинский центр коллективного пользования, центр симуляционной медицины и инжиниринга КФУ. Основная же цель визита профессора – выступление на ректорате, куда он направился сразу после осмотра института. Лиана Сыномян, Руслан Уразаев, Универньюз.